dvhub.ru. Стремление добиться максимального количества пятерок – это нелегкий труд. Представьте, что каждый день надо идти в школу настолько подготовленным, чтобы знать предмет на 5. У вас это получилось. Сегодня мы чествуем вас. Вы уже часть истории города Хабаровска. Лучшие хабаровчане в историю города Хабаровска попадают за различные достижения. Вы за успехи в учебе. Город Хабаровск идет навстречу своему дню рождения. Это город воинской славы. Это город многих побед и номинаций в общероссийском и в общезарубежном соревновании. У нас за 2015 год 750 наград городу и лучшим организациям города. Это больше всех в Российской Федерации. На экране, который находится здесь, я увидел наш город с высоты. Я подумал, он некрасив, не прекрасен. Наш город просто прекрасен. В зале, в котором мы сейчас занимаем, где мы находимся, проходят очень много разных мероприятий. Здесь чествуются самые разные люди. Да, Александр Николаевич? Руководители края и города, военачальники, ученые и артисты, педагоги. И вот сегодня, в этот день, заняли этот зал ученики. Не взрослые, солидные люди, которые огромный вклад внесли в развитие города и края, а вот такие молодые наши граждане с первого класса, ну, наверное, по седьмой, восьмой, может, девятый, десятый, здесь ученики. А какой, собственно, вклад вы внесли в развитие нашего города, когда вы огромный, очень большой? Потому что, с одной стороны, ваши успехи нарадуют нас, взрослых, а значит, нам легче трудиться. Мы знаем, что у нас есть хорошая смена. Ваши успехи – это будущий вклад в развитие нашего города. Ну ведь красив же наш город, да? Да. Конечно, красив. А значит, в нем живут хорошие, трудолюбивые люди и должны жить такими. И вам жить здесь в будущем. А значит, делать наш город более красивым, более знаменитым, более привлекательным. И таким, чтобы количество побед, о которых сегодня упоминал Александр Николаевич, было даже не в 2, а в 10 раз больше, чем мы имеем сейчас. Хотя не знаю, возможно, по принципу или нет. Я понимаю, насколько радостно вам сейчас здесь присутствовать, осознавать, что вы победители, иметь в руках хорошие компьютеры. Я понимаю, насколько важно и радостно, глядя на вас, вашим педагогам, здесь присутствовать тоже. И хотел бы, желая вам дальнейшего совершенствования в вашей учебе и становления как граждан нашего прекрасного города, пожелать, чтобы в следующем году мы снова здесь с вами встретились, мы снова получили награды за достойную учебу, и чтобы вас было гораздо больше, чем сейчас. То есть на пятерке вы учились гораздо больше учеников, созидали наше будущее нашего города. С праздником вас! dvhub.ru